Саран-саран, с вами Ариран, и вчера прошел Agent Artist Awards, и вчера было множество награждений, но лично я считаю, что многие достойные группы, исполнители и актеры все-таки не получили свои заслуженные награды, но тем не менее, что есть, то есть, поэтому я сейчас хотела посмотреть награждения BTS, которые получили две награды, это Best Icon Awards и Best Artist Awards. И потом будет их выступление Светанон Муль, поэтому я буду смотреть это и решила записать это на камеру и посмотреть вместе с вами. Чимин, они одеты как в клипе. Я понимаю, через слово и в совокупности получается, что я не могу уловить смысла. Зачем понимать, когда можно любоваться? Гляньте, какой он. Тэхён и Чонгук там написано. Джин, он выглядит так молодо, он прям такой манипусечка. А гляньте на вишенку. Ой, она закончилась. Вишенка был такой вообще. Так я же совсем не рассмотрела Чонгука. Я хочу вот быстренько глянуть еще раз. Где мой любимый Макне? Где ж? А, он просто с краечку там стоял, поэтому его не видно. На таком темном пиджаке. Я так рада за них, они такие умнички, они так старались, они так хотели получить The Sun, но его получили EXO, и я не могу сказать вообще, я рада или я в печали, потому что у меня и то, и другое. Вот, смотрим второе их награждение. Слышите, как верещит зал? Если бы я там была, я бы, наверное, верещала громче всех. Интересно, а тут покажет вот это предвкушение? Кто победил? Кто победил? Кто победил? Там же было несколько артистов, которые в этой номинации получили награду. Что, замерзли руки или он так нервничает, Вишенка? И они так скромненько идут, мои вы пупсики, такие лапочки. Твайс. Я надеюсь, вы на меня не обидитесь, если я немножечко перемотаю Твайс. И включу сразу на ребят. Рэп-монстр. Давай, лидер, скажи. Армия, 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 вы поняли? Он саму премию эту ассоциировал с армией. Ты очень быстро говоришь. О, пошел на инглише. А, он сказал спасибо на русском! Боже, он только что сказал спасибо на русском! Я только хотела сказать, там что-то было на китайском, там что-то было еще на чем-то там было, на японском, наверное, да, и он говорит спасибо! Мне еще вчера подруга пишет, почему такая вокруг рэп-монстра ажиотаж такой? Что за шумиха? Что он за то, что он поблагодарил? Что он там такого сказал? Я говорю, ну не знаю, полазила такая, посмотрела, вижу выступление, номинация, но я нигде не наткнулась на подтверждение того, что он так сказал, поэтому сейчас, когда я садилась, я вообще про это забыла. Так он, главное, еще сказал так, знаете, обычно они говорят что-то типа такого, шипа-шиба. Камсанда. Шипа-шиба. Спасибо. 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 Вот это так они говорят спасибо, а он сказал прям так, дайте еще раз послушать. Так, смотрим выступление. Смотрим выступление. Выступление. Смотрим, смотрим. 7:22. Что-то тут еще будет? Почему такое длинное выступление? А, они еще будут с Fire выступать. О, ну все, в общем, все, все. Меня нету. Я ушла в другой мир. Это Петанон Муль.
Это Питанун Муль, я уже вижу, как они там стоят. Сахар для ушей. Ой, Чимин подготовился и снял с какого там он плеча, снял с вот этого, снял и вышел уже такой весь готовый, горячий, наш горячий пусанский паренек. У него микрофон очень тихо работает. Я слышу, что там идет минусовка плюс плюсовка и еще плюс... Шуга только что так это делал, вот так вот, вот так вообще... Я вижу, что там вот у них скомбинировано живое выступление вместе с такими жирными прописанными бэками. Ты прекрасен! О! Да, вот это уже. Если я сейчас подскочу и начну тут скакать, так как они, так я буду спокойно сидеть, спокойно, спокойно. Чу-чу-чу. О, первый раз вижу эту хореографию со спины, со спины. Уникальный момент, все запомнили, вот все. Охрененный вот этот вот пиджак у Шуги. И он мне нравится брюнетом. Какой же он жгучий. Опять он это делает. Ты нехороший мальчик. Ты второй нехороший мальчик. Они выходили за премии. Они такие все такие бусечки, пупсики такие. Кланяются. И тут через 2 секунды включается в них какая-то кнопочка, и они становятся просто сексуальными убийцами. Да. Да. Мои глаза очень рады. О, в этот раз Шугар это сделал как-то по-особенному. Главный танцор, главный танцор. Спокойно. Кто там что-то говорит про пальчики? Замечательные, сладкие пальчики нашего Чиминки. Эти пальчики, еще те пальчики, хочу вам сказать. Чунгук. Все. Мне нужно что-то с этим делать. Вот срочно либо менять беса, либо как-то вот, я не знаю, тебе что-то нужно делать с этим, потому что я скоро буду седая. Уже фаер, фаер. О, я себя вообще как-то неадекватно веду. Я представляю, какая там атмосфера, еще и огонь, какая там атмосфера в зале, присутствовать на их живом выступлении, фаер, это вообще моя мечта. Мне кажется, можно немножечко умом тронуться, вообще, видя все это. Такой красивый. Пося, ты классный. Где была его нога только что? Девочки какие-то немножечко перепуганы. Поняли, такой микрофон с держалкой не дали. Он хотя бы говорит, ухвачусь за этот самый, за петельку, как он там называется.
Мне надо поменьше танцевать. А то я иногда так танцую, что у меня трясется стол и камера. О, ямочка, вот это просто самая секси-ямочка. Они уже мокрые. Знаете, ребятки, что-то мне тоже уже жарко. Она такая миленькая здесь. Она похожа на феечку. Главный танцор. Он язык показал. Я все вижу. Я все замечаю. Все. Так, я не танцую. Давно я не смотрела Fire. Нужно пересмотреть клип. А то меня так и будет колбасить. Интересно хлопала, все видели? Кто так? Кто так? Что бы это значило? Просыпается Брутиш в джине, а? Обожаю обтягивающие штанишки на них. Они такого блипочку на их сладких ляжках. Я так не говорила. Я не такая. Вы знаете, без подтанцовки вообще нифига не теряется. Вот их семерых достаточно для того, чтобы своей энергией заполнить всю сцену, весь зал и вообще весь мир. Потому что эта энергия вот выпирает у меня прямо из монитора. И... Все. Конец. Конец. 7.22 так быстро закончилось. Я даже... Жалко. Мало мне было. Я хочу еще. Я думаю, что мне стоит еще сейчас посмотреть то же самое с Мексиками. Но поскольку я вела себя не очень прилично только что перед камерой, я думаю, может быть, не записывать это на камеру. В общем, я подумаю. Все, я сейчас пойду смотреть еще раз Fire, наверное. Пойду настрочу какой-нибудь длинный комментарий с радостью со своим щенячьим визгами и писками в группу Вантанчиком. Ну, а с вами я хочу на этом попрощаться. Всех целую, саран-саран, с вами была Ариран, пока-пока. О, хореография. Ну, как всегда. Так, это кто был чудил? JB и этот, Джексон?